Хрустящий лаваш с фасолевой намазкой, очень простая в приготовлении, сытная и вкусная закуска. На праздничный стол не поставишь, однако как будничный перекус или сытный завтрак, самое то. Я очень люблю различные домашние закуски и намазки, и хрустящий лаваш с фасолевой намазкой, одна из таких закусок, готовится, по сути, элементарно, однако получается очень сытно, вкусно и питательно. Согласитесь, уж лучше на закуску подавать приготовленный своими руками хрустящий лаваш с фасолевой намазкой, нежели какие-нибудь чипсы с прилагающимся к ним ядовитым соусом. Отличная штука, как по мне, стоит того, чтобы потратить на нее 15-20 минут своего времени. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Начнем с того, что каждый лаваш, или питу, как в моем случае, при помощи кисточки смажем оливковым маслом. Это делается для того, чтобы лаваш при запекании стал хрустящим. Затем каждый лаваш разрезаем на 8 частей. Посыпаем лаваш солью, перцем, орегано и выкладываем на противень, застланный пергаментной бумагой. Можно просто смазать маслом, чтобы не подгорело. Ставим в духовку, разогретую до 205 градусов, запекаем 5 минут, затем переворачиваем каждый кусочек и запекаем еще 5 минут. В чашу блендера складываем фасоль, без жидкости, свежую петрушку, чеснок, соль, перец и лимонный сок. Слегка измельчаем, однако не до однородности. Вкусняшки, подписавшимся. Затем, продолжая измельчать на медленной скорости, вводим в смесь оливковое масло. Постепенно масса должна стать гладкой и однородной. Измельчаем до тех пор, пока смесь не станет по консистенции напоминать жирные сливки. Собственно, все готово к подаче. Треугольники лаваша или питы к тому времени ухи слегка остыли. Фасолевую намазку перекладываем из чаши блендера на тарелочку. Подаем намазку с хрустящими кусочками лаваша. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Лаваш, пита, 6-8 штук. Оливковое масло – половина стакана, орегано 1 чайная ложка, соль, перец, по вкусу, фасоль консервированная, 450 грамм, петрушка свежая нарубленная, 4 стакана, лимонный сок, 2 столовые ложки, чеснок, 1 зубчик, количество порций, 8-9. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!